И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно мы не мочили реально зомби, хочется сегодня как-то пострелять и порадовать своих подписчиков. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Карту обновили, написали, что сделали море зомби, много зомби, короче, море зомби будет. Так, будем сегодня, ребята, каждое оружие проверять и тестировать. Бум. Ой, четко. Воу, ты видел, как оно разлетается? О, пошли пацаны веселиться. Давайте это сегодня будем много тестить. Что это за пистолетик у нас такой слабенький? Эй, ты что тут делаешь у меня дома? Знаешь, мне эти хэдкрабы очень похожи на курицы. Реально на карочку похожа какую-то. Серега, ты такой именно серьезный мужик. I'm be back, да? Hasta la vista, baby. Да-да-да. Так, давайте сюда идем. Они вот здесь плодятся. О, у меня патронов нет. Теперь есть. Воу, смотри, он расщепляет их. Просто расщепляет, офигеть. Смотри. Прям воздух так отлетает, True Patience. Воу, как о, фильма о, какого-то, красиво. Да? Да-да-да. Смотри еще разок. Воу, эпично. Мне... Эй, ты что тут прыгаешь? Блин, Серега, это ты. А я думал, это быстрый зомби. Мужик, ты не по пути нам. Где тут точка, где их очень много спамнится? Надо найти ее. Я знаю, что она есть. Так, здесь баррикады у нас. Город горит. Вот, смотри, сколько их тут. Блин, да что такое, кошак, извини. Обстоятельства. Ты, кстати, стал справа, не прям перед прицелом. Я тебя убил, это очень странно. Так, ты что ползешь у меня дома? Не добежишь. Так, давайте еще оружие вот это потестим. О, Дима, смотри, кряк. О. Кряк. Ты чё? Я тебя не могу убить, что такое? Какое-то очень слабое оружие. О, меч! Чика с мечом. Воу, жестко. Чё, убил? Убил. Да. О, с копьями, погнали. Терминатор с копьем, это реально эпично. Ха-ха, мне нравится. А ну давай, кидай. Так прикольно раскорячился. А ну два вон там движуха еще. Воу, ты как-то очень жестко их лупишь. Че, с одного раза? Не уны... Да, не унывай, все хорошо. Так, у нас на улице гром и дождь идет. На! Ты че не умираешь? Сразу двоих можно, нифига себе. А, это ты копьем кинул вместе со мной рандомно. Так, о, черное очко. Давно его не было в нашей серии, так что давайте, ребята, ставьте лайк, если вам нравится это оружие. И название его. Воу, там вил кишки засосало. Да, бум. Да, да. Еще разок. Покажи, кто батя в хате. Так, следующее оружие у нас. Хочу прям все-все. Потому что говорят, подписчики пишут, что я не все оружие проверяю с паков. Что это такое вообще? Ой, да ну как-то слабо мочит очень. Эй, ты чё его трогаешь? Ладно, давайте это оружие. Ой, вот это сила вообще. Мне нравится. Так, пацаны, нормально. Разлетаемся. Тихо, тихо, тихо. Ай, Сережка. Это быстрый зомби виноват. Он перед тобой появился. Так, хэдкраб, отвали от меня, курица на ногах. Хорошо, давайте. Вот это. Бум. Воу. Блин, какое-то космическое. Звездные войны рулят, пацаны. А так, а где Виктор Кошак? А вот. Спайдермен рулит. Мужики, выходите. На. А на правую кнопку мыши... А, прицеливаться можно. Прям в голову, да? О, смотрите, еще заспамнились. Так, это что за оружие? Смотри. Бум. А, это поджигающие. Прикольно, кстати. Не, есть на карте еще точка, где их больше появляется. Надо найти ее. Я знаю, она есть. Так, отвали, Вань. Ай, кошачок, извини. Меня скушали. А, то я думал, это я тебя замочил. Так, пацаны, давайте, у нас сегодня тусовка зомби. Жареный зомби на вечерю. Все горит, все горит. Так, давайте вот это оружие. Воу! Лазер свет. Чё это оружие раньше не видел?
Бум в голову. Воу, это было четко. Так, хэдкрабы живые? Ты что, нас одного раза... Ого, какой прицел крутой здесь. Неплохо. А что это такое за саки у тебя там? Я их засасываю в себя. А, это пылесос у тебя, что ли? Да, ручной. На, чисто в голову, вообще эпично. А, прижимает какое-то говно. Ого, их тут. Ого, их сколько? Это ты, Серега, наставил? Нет. Вот это обновление, я понял. Вот этой точкой их очень много, просто жесть. А, вы ч... Димас, время, когда увеличивается, ну, больше времени проходит, их все больше и больше становится. Да? Прикольно. Нет. Вот это у нас тут вообще уже начинается веселье. Бум. Ай, 1%. Очень опасно, ребята. Постараемся выжить. 13... А, восстанавливаются от хэдкрабов так. Ого, их тут. Ничего себе. Орбитальный удар. Давай. Прям в движуху? Да. Давай. Бум. Ого, кошак мочит. Ух ты! Ого, Серега! Серега, ты вообще просто развеселил народ. Нормально. Так, не подходите, я очень опасный убийца-зомби. Ого, прям сгорает, это пули. Короче, зажигает, зажигательные пули. Прям в толпу, смотрите, что мы делаем тут. Не-не-не, после такого они живут. Так, давайте еще оружка, вот это вот. Уху, вот это прикольно. А ну в движушку прям. Бум. Так зомби прикольно орут, как будто маты какие-то там. На. Вообще. Ого, Серега, что-то у тебя такое за РПГшка. РПГ. Я понял. Ого, я... Все зажглось. Вот смотри, отойди от трупов туда. Кошак, отойди, отойди, смотри. И смотри, все горит. О, прям красиво. Да, мне нравится. Короче, это... Если попадаешь, то сразу загорается. Если от пола, то рикошет идет. Че, все, что ли? Вот это мы всех убили? Нет, не всех. Так, а кошак как-то черепушками их убил. Это как? Так, я давайте следующее. Ударами. Так, это было. Вот этого не было. Так, где сюда? О, во, появляется. Я вижу. Да-да-да. Так, прикольно, зомби орёт, слышали? Как кошка такая. Да, да. Рас... Не расстраивайся, все хорошо, мужик. О, чё такое? Бум! Нифига себе! Нормально. Только зомби мало было, надо ждать, когда их больше будет. Ну а так, в принципе, все хорошо. Но мы в конце ролика эпично, да, взорвем? Да, ты посмотри, сколько трупейшенов здесь уже. Ну пусть будут. Они сейчас исчезнут. Так, 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 давайте. Ухода очень много. Во-во-во, вот здесь вот их нормально. Ты не добежишь, мужик, я тебе не дам. Или кем ты там был при жизни, зомбачачина? О, прикольно у тебя оружка, мне нравится. Ого, Serious Sam 2 пошел в дело. Бум. Кошак, беги, он тебя сейчас убьет. Ай, ладно, убил. Терминатор Т-900 не знает пощады. Он не понимает, где зомби, а где люди. Его цель убивать всех. О, тут исчезли трупаки, кстати. Да, не исчезают со временем. Ай. Не кусай, говно. Че, его убить не могу? Фух. Давайте следующая оружка. Так, давай. О, у тебя миниган пойдет. Во, это очень мощная оружка. Сейчас, 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 сюда еще пройдем, посмотрим. А, нет, тут трупов много. Но меньше, чуть меньше стало. На, один штука. На. Вот это я меткий. Чисто в голову. А что она не убивает? Может, сблизи надо? А, сблизи. А ну, в притирку. Не, слабая оружка. Давайте эту. Ой-ой-ой, расщепитель 2.0. Что ты, а где ты такой взял этот прикольный? А, это у тебя, короче, суперсила с мечом идет, да? А! Ты смотри прям в лицо. Я аж испугался немножко. Вот это мы в вакханале устроили. Ты чё лежа меня кусаешь за пятки новые? На! Его так раскрутило прикольно.
Воу, прикольно. Уго, их разъедает прям, смотри. А, на трупа это не работает. Смотри на живом зомбаке, как это работает. Так прикольно. А ну-ка. Я как высасываю жизнь из него. Смотри. Ого. Эпичная оружка. Вот это мод. Мне нравится. Ой-ой-ой. Ого, оно набирается. Бум. А что это вы такое поджигательное бомбейское бросаете? Понял. Эпичный. Четкий. Бу. Воу. Мне нравится эта оружка больше всех. Как будто об стенку уперся. Я сейчас заморожу зомбу. О, я могу трубаки этот и растворять. Смотри. Смотри на труп. Смотри. Ну, смотри, хоп. И нету. О, я заморожу. О, я, а давай я в него стрельну. А мне понравилось. Давай еще. Один жжет, один замораживает. Это сильно. Туши их, туши. Ты че его трогаешь? Прикольно. Такие осколочки от него отлетают. Ай. Дима, ты меня... Воу. А, ну это, так получилось, я не хотел. Такие обстоятельства, да? Так, это что у нас? Ой, блин. Туши себя, туши, Серега. Терминатор, ты же вроде живучий. А ну, заморозь меня. Не, на людях это не а работает. А у меня 1% остается почему-то. Ну, хп снимай, снимай, тогда замораживай. Вот это оружечка пойдет, а ну давай. Мы никого не боимся. Так, это что у нас? Ой-ой-ой, как он отлетает сильно. На. Воу, эпично. Ай, ой, Димас, ты ничего ты страшного. Ты... Мне не больно. Чуть-чуть щекотно было. Опа, к нам подписчик еще зашел. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, ссылочка на Дискорд в описании. Яс, Дегл, Дигл и Хедшот. Ну, красавчик, ник у тебя вообще бомба. Что там за столбом запрятался-то? Так, давайте вот это вот. Воу, одна пулька и все. На! С одной пули вырубает, смотри. Смотри, как это можно еще оружие стрельнуть. Смотри, Серега, внимательно, в комнату туда. Дима, моя очередь, смотри. Давай. Вот именно куда. Да, я смотрю. Бу. Эпично. Ого, так долго стреляет оно? Да, во время полета. И я еще тут добавлю немножечко. Ого. Ого, там пули летать. Разлетаются по всей карте мои пули, смотрите. Пули от бабули, хотите? Так, что у нас тут еще? Серега, да что, давай, может, давай какой-то эпичный взрыв сделаешь, как ты любишь. Да нифиг делать сейчас, только не трогайте их, я на крыше это все. Давай. О, заморозил. На. Смотри, он горит и заморожен. Это что, законно? А так что, можно было? Так, а мы идем сюда. С одной пули замораживают. Это сильно. А, его можно и убить так. Ого, какие камни от него. В воздухе заморозил. Быстрого зомби в воздухе заморозился. Я такого еще не видел. Что такое, живой что ли? На. И горит. Да как? А, он умер в итоге. Да, только не сильно жахай. Ну давай, как получится. Два, один. Бум. Ой-ой-ой, ребята, смотрите, еще взрыв. Во. И еще. Серега, сегодня... Ого, какие молнии на небе, смотрите. Ого, это что за треугольники в небе возникают? Серега, ты нас оставил... В параллельный мир какой-то отправил. Я открыл черную зайчику. Че? Закрывай его, ну нафиг, воняет. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.